В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомства отчитались в проделанной работе перед главой городского округа. Подробности далее. В сфере жилищно-коммунального хозяйства отметили, 11 мая заканчивается отопительный сезон. В связи с технологическими переключениями в некоторых домах до вечера может быть отключена горячая вода. В период с 1 по 10 мая в управление поступило 3076 обращений от граждан. Из-за непогоды во дворах возникли подтопления. Сотрудниками Люберецкого водоканала были сформированы 4 бригады, 16 человек, 2 единицы техники, которые работали практически в круглосуточном режиме. За период работы откачано более 7000 кубических метров воды. С 30 апреля по 10 мая в содержании территории задействовали 1328 рабочих и 107 единиц техники. Ко Дню Победы улицы украсили 850 флагов и 17 объемных декоративных элементов. В округе 15 мая пройдет акция «Лес Победы». На 103 адресах планируется высадка 1660 деревьев и кустарников, таких как береза, клен, липа, сирень и другие. По многочисленным обращениям жителей вдоль Комсомольского проспекта будут проведены работы по высадке зеленых насаждений. Приглашаем всех жителей принять участие. Помимо этого, в Люберцах проведут культурно-досуговые мероприятия, в том числе в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Это Щерагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.